На втором поле встречаются команды Сайран Капитал Киндершок Кизер. Команда Сайран Капитал цвет формы бирюзовый. Команда Киндершок Кизер цвет формы белый. На втором поле счет матча открывает игрок команды Сайран Капитал под номером 17 Богалир Гарлюбик. Счет 1-0 в пользу команды Сайран Капитал. На втором поле автогол забивает команда Сайран Капитал. Счет матча 1-1. Yeah.
проверял, по идее, трансляция идет хорошо. Но просто заливается долго. Долго заливается из-за этого. Так что Wi-Fi, который ты принес, он нормальный. Да. Да, я же проверял. Трансляция идет нормально. Просто заливается видео очень долго. Заливается долго. Так что. На втором поле мяч ворота Саэра капитал забивает игрок команды Киндершоу Кизе под номером 13 Утибай Назар. Счет 1 в пользу команды Киндершоу Кизе. Come on.
вышел игрок команды Сайрон Капитан под номером 17 Муралиев Гадельбек. На втором поле предупреждение получил игрок команды Киндершот КЗ под номером 11 Дурсул Рамат Руслан.
Только пойди, хотел тебе взять, включился. Да, нормально, максимум. Кто не да? Thank you.
раз-два. Можно просить, можешь посадить на пять? Просто подвигать и все. Если есть время. Все, я не стою. Я замену для того. Просто видео просто берешь в камеру. На втором поле автогол забивает команда «Сайран Капитан». Счет 3-1 в пользу команды «Кибершот Кизы». Я не знаю, что было.
Thank you.
Я.